Добрый день, друзья. Мы сейчас находимся в Киеве. В Киеве, в отеле «Интерконтиненталь». Рядом со мной гуру сетевого маркетинга Рэнди Гейдж. Этот человек сегодня приехал для того, чтобы провести мероприятие, форум супервайзеров. Мероприятие прошло идеально, и наша команда многому научилась. Рэнди недавно написал новую книгу, которая уже стала бестселлером данных New York Times. И у нас к нему есть несколько вопросов. Рэнди, скажи, пожалуйста, как тебе Украина? Рэнди, do you enjoy Ukraine? Как тебе команда в Украине? Как мероприятие? Yeah, I've been coming here for 15 years since I first came to Ukraine, and it's such a historic place. The architecture is so beautiful. We were just talking in the car the way here. We went by a monastery that's about 1,000 years old. And the people, of course, are amazing here. Рэнді восхищається Україною. Йому дуже понравилось наше мероприятие, наша команда. В восторге от того, что узнал много нового в Киеве, о том, что это очень старый город, и вот буквально несколько минут назад ему показали самый один из старейших монастырей в Украине. Рэнди очень рад. Рэнди, мы знаем, что ты научил очень много людей, как достичь процветания, как заработать миллион. Что ты считаешь самым важным для того, чтобы человек преуспел? Teach a lot of people how to get their prosperity and how to get their first million. And what do you think is the most important in this process? It's seeing that vision for yourself. Самое важное – это свое собственное видение, понимание самого себя. You have to believe you deserve it, believe you are worthy of it. Самое главное – верить в то, что ты действительно этого заслуживаешь. Because that's the biggest issue that I see work with people, is they have these worthiness issues and they self-sabotage their own success. Потому что если люди не достигают успеха, то они просто сами саботируют свой собственный успех. Они на самом деле не хотят его достигать. Есть много способов достижения успеха. Почему же ты считаешь, что сетевой маркетинг является наилучшим способом для любого человека? We know that there are a lot of methods to get the prosperity, but why you choose network marketing and why do you think that it's the best method to get prosperity? Лучший путь. That's really easy answer. The answer is leverage. Ответом является то, it's a really easy answer to say. It's just not an easy answer to translate. На этот вопрос очень легко ответить, но тяжело перевести, потому что немногие понимают, этот ответ поймут только те люди, которые уже находятся в нашей компании. Мы это называем кумулятивным бонусом, то, что мы получаем от нашей компании. Я переведу, это метод рычага. Это метод рычага. Yeah, you know, if you're just trading hours for money, it's very hard to become wealthy. It's leverage. You need to... The wealthiest people find ways to apply leverage in what they do. В принципе, деньги можно легко заработать, но нужно найти такой способ, так называемого рычага, чтобы достичь действительно самого настоящего процветания. Не просто зарабатывать деньги, а достичь процветания. Рэнди, есть множество компаний, и все они говорят, что они лучшие. Есть компании, которые продают различные таблетки для топлива, есть компании, которые продают косметику, сайты с разными схемами. Как ты считаешь, почему все-таки Гейджу является лучшей компанией? И
чем-то. Лидер, лидер номер один Angel, выбираешь ее. You know that there are a lot of companies in the world in network marketing that sell pills, cosmetic and a lot of other things. But why you choose Angel and why do you think it's the best company to get the prosperity? And why you, the leader number one, choose Angel at some years ago? Okay, first let's clear one thing up. I don't think you have to be the best company with the best product and the best compensation plan and the best everything. Во-первых, давайте определимся, что вам не обязательно даже быть компанией с лучшим компенсационным планом, с лучшим продуктом, с лучшей командой. Every company thinks they're the best product, best compensation plan, best everything. Каждая компания считает, что то, что есть у нее, это лучшее. So I don't even think Agile has to be the best everything. Я на самом деле даже не считаю, что Agile нужно быть лучшей во всем. Which is going to be shocking to some people. Это может шокировать многих людей. We just have to be good at the important things and get them right. Я считаю, что компании просто нужно быть хорошей в конкретных вещах, то есть знать те сферы, которых нужно достигать. We have product line, amazing, produce tangible results. People can see the difference. В нашей компании есть продукт, потрясающий продукт, который мы видим, что он приносит пользу людям. Мы знаем об этом и делимся этим с окружающими. We're not the only company with a great product. Lots of companies have great products. Действительно, есть очень много компаний, которые продают превосходный продукт. And there's enough business for everybody. И достаточно есть бизнес-возможности для всех. Agile has a great compensation plan that rewards the right behavior. Но у Agile есть бесподобный компенсационный план. We've got enough funding to do it right because the backup of Ash Capital. И у нас есть достаточно финансовых возможностей для того, чтобы создавать для себя остаточный доход. And most importantly, we have great people. We have great people in corporate, great people in the field leadership. И самое главное то, что в компании Agile работают великие люди, великие лидеры и отличная команда. So I'm always proud to say my name is Randy Gage and I am Agile. Я горжусь тем, что я могу говорить, я Randy Gage и я работаю в Agile. I am Agile. Randy, спасибо. Зачем, что ты приехал? Сейчас. У нас тут есть еще директор, у него есть один вопрос небольшой. Рэнди, очень распространенный вопрос. Я бы попросил дать тебе на него ответ. Люди часто говорят, это бизнес MLM, который тяжелый, в нем могут зарабатывать только такие мощные, сильные лидеры, как Рэнди Гейдж. А мы без опыта, что мы можем сделать? Что бы ты ответил им? A lot of people in our country especially tell that in MLM only such people, only as great Randy Gage, such great people, great person can earn money here in network marketing. What can you tell for such kind of people? Well, that's just silly talk. People who say that don't understand network marketing. They don't know the difference between a pyramid game and a legitimate network marketing opportunity. На самом деле так говорят только глупые люди и люди, которые не понимают разницу между настоящим сетевым маркетингом и самой обыкновенной пирамидой. In a legitimate opportunity like Agile, somebody could join 5 years after someone else and still make more money than them, still be more successful than them, because you're paid by what you really do. И в Agile на самом деле неважно, ты придешь в компанию сейчас или ты придешь в нее через 5 лет, ты все равно будешь зарабатывать деньги, потому что компенсационный план компании это предусматривает. Спасибо, Рэнди, что приехал. Спасибо за наставничество. Thank you for accompanying. Спасибо. It's great to be here.
может быть, послание небольшое для команды Украины и что Рэнди ожидает от нас? Maybe you can tell some motivation words. Some words motivation for our команды. У нас команда есть в Украине, в России, в Польше. It's a beautiful area of the world, and it's a perfect opportunity for people in this area of the world. So just go out and make the most of it. You deserve it. Запомните то, что вы проживаете в прекрасном регионе. У вас есть масса возможностей для того, чтобы добиться огромных успехов в компании. Наслаждайтесь моментом и живите своей мечтой. С нами был Виктор Лавренюк, региональный директор, Олег Гавриш, директор, Александр Глуховский, сеньор директор и Presidential Diamond Angel Рэнди Гейдж. Спасибо. До новых встреч в Украине. Ждем. До новых встреч. Thank you. Всегда рады видеть.